Хоккеисты. Здравствуйте. Уже оттренировались. Мои уже на тренировке. Я чуть-чуть опоздала. Пойдем с вами на второй этаж. Пойду на балкончик смотреть. Где-то здесь у меня сынуля должен ждать. Сейчас посмотрим. Вот такая у нас ледовая арена. Вот мой малыш. Привет. Привет. Все, пойдем. Вот все здесь. Конькобежцы. Вот фигуристы. И вон наши маленькие спортсмены. Идем поближе, чтобы рассмотреть. Старается, бежит. Ну, слушай, уже как катается прямо, конечно, да? Конечно, катается. Уже вовсю. Я-то последний раз видела, он так вот перетаптывался. Молодец. Вот, отрабатываем новую технику. Старается. Ой! Ничего. Бамс ускорился. Пока наш ребенок отдыхает. Давайте фигуристок посмотрим, девчонок. Повороты изучаем. В одну сторону все поворачивает. Надо в разные? Да. Не понял, наверное, задание. А может, ему удобнее в эту? Еще одну. Все, ускорение. Это руки его. Ну все, спортсмен тренировался. Сашуль, ты устал? Да. Ну молодец, зато хорошо набегал там, да? Да. Уже большие успехи делаешь, умница. Сейчас куда мы с тобой пойдем? А? В парк пойдем? Гулять, да? Давай. А мы пришли в парк. Сейчас найдем сок. И будем кататься на качельках, да? Да. Санечка, будем отдыхать по полной, да? Да. Потренировались, теперь будем отдыхать. Вот. Это вот наш центральный парк Гагарина. Тоже какую-то красоту наставили. Тоже какие-то огонечки сделали. Тоже, наверное, вечером красиво. Здесь у нас. Сейчас посмотрим. Где-то должен быть. Здесь у нас летом фонтан. Но сейчас пока снег лежит. Но мы нацелились тут на юг. Ребенок хочет сок. Может, посмотрим, есть сок или нет.
в парк на качелях кататься. Ну, а это мы идем в детский парк. В парк развлечений. Парк Гулливер называется, площадка детская. И сейчас покатаемся на каких-нибудь паровозиках, еще качельках, лодочках. Сейчас посмотрим, что работает. Такое ощущение, что один паровозик только работает. Так, куда-то я не туда пошла. Ну, вот так, летом, конечно, тут красивее намного. Да-да. Ну, ничего, сейчас тоже хорошо. Здесь у нас театр летний. Можно сидеть, смотреть какие-то мероприятия. Вон в кассу пойдем. А вон, смотри, самолетик работает. Что там? Билет надо купить, Сашенька. Пойдем билет купим. Вон здесь, пойдем. Вот будем на паровозике, очень хотим покататься. Машинист сегодня поехал в главном вагоне. Ой. Главное, ребенок доволен. Еще сигналы там подает за главного сегодня. Мы захотели на каруселях покататься. Сейчас дождемся остановки. Будем кататься. Самолетики тут. Детская площадка. Все детские качельки. Лошадку вот ремонтируют. Саша! Саш! Саша! Саша! Ну, дети довольны. Нас много. На эту качельку набралось детишек. А выбрали самый быстрый самолет. Все, полетели. Научили ручку нажимать. Вверх, вниз. Молодец. Нажимай двумя руками. Ну все, полетели. Сейчас ты не делай, Марк. А еще у нас вот где фонтан. Есть такие надписи. Вместе навсегда. Можно ладошки прикладывать. Совет да любовь. А вот там смотрели здоровье, огромная чаша, радость в жизни и так далее. Ой, Саш, по водичке не ходи. Гуляем по воде. И можно ладошки прикладывать и загадывать желание. Ну, а мы поехали домой, да, Саша? Пойдем. Не надо брызгаться, потом мучишься. Мы поехали домой. Да. Поедем сейчас домой. Отдохнули, натренировались, накатались. И поедем домой. Ребенок доволен? Ребенок доволен.